Здравствуйте, Александр. Не бойтесь, подходите смелее. Над милиции Нюхин, старший блокпоста. А вы восстанавливаете машины? А что, инспектора ГАИ сегодня на отдыхе? Александр. Что вы за них этот работу выполняете? Александр, я вас... Не-не, меня не надо. Давайте так, вот так. Вы подошли, узнали, здорово. Вы подошли, что, причину остановки, суть кого-то правопорушения. Вы проскочили на знак стоп-контроля. Давайте составим протокол. Вы можете составить Александр, протокол? Стойте. Сотрудник ГАИ. Давайте так представьтесь хоть, удостоверение. Идите сюда. Инспектор, я ж просто так не отстану. Лучше идите сюда. Зачем? Инспектор, ну что вы как ребенок? Идите сюда, идите. Ну что вы убегаете? Ну что вы бегаете? Ну что вы бегаете? Идите сюда, эй! Ну что вы боитесь? Я не могу понять. Представьтесь, кто, что и все. Идемте, ну ничего. За вас работает? Здравствуйте. Чего вы стесняетесь? Ну, я бегаю за вами. Я отвородила. Я старший здесь блокпоста. Ну вы же можете там пусть удостоверение я показать. Я могу. Так а что? Ну я бегаю за вами. Вы бы сразу... Ну снимите камеру, Александр. Я вот выключу, я вам расскажу, что. Вы вот выключите. Вы мне рассказываете, что? Что вы мне расскажете, что? Здесь же блокпост, Александр. Это блокпост. Это набор блоков. Если вы поставили на дороге блоки, это не говорит, что здесь пост какой-то. Это блоки просто стоят. Блоки вы останавливаете просто так, начинаете компостировать людям мозги. Какая здесь вот реальная опасность, скажите, в Мелитополе? Есть в Мелитополе реальная опасность какая-то здесь? Вот так, чтобы людей тормозить и компостировать им мозги? Или нет? Или просто сезон у нас? Ну уберите вот камеру. Чего вы боитесь? Вы же ничего не сделали неправомерного. Чего вам переживать? Все же сделали по закону. Сейчас покажете удостоверение, мы составим протокол, и все будет нормально. Какие проблемы? Все же по-честному, никто же никаких не делает незаконных. Вы ничего незаконного не делали. Зовут вас? Виктор Владимирович, я участковый. Инюхин Виктор Владимирович. Участковый инспектор, да, давай, старший здесь блокпоста. Я понял, давайте вы как старший. Вы сейчас распорядитесь, чтобы на нарушителя составили административный протокол. Вы же старший. Вы видели нарушение. Распорядитесь, дайте указание инспектору ГАИ. Ну вы можете дать ему? Вы же меня останавливали. Вот инспектор ГАИ на вас составит, Александр. Я понял, идемте. Берите протокол и пойдемте. Для чего, куда идти? Ну будем составлять административный. И меня старший поста остановил за нарушение правил дорожного движения. Так вы хоть введите в курс дела его. Введите его в курс дела, и мы пойдем составим. Ну что вы, ребята, ну как маленькие дети, ну что вы поотворачивались? Вы такие бравые здесь останавливаете, трусите эти фуры несчастные, этих людей бедных. Остановили меня за нарушение. Говорит инспектор, что не остановился на знак стоп-контроль. Идемте сейчас за этот знак, напишем административный протокол на водителя, и все будет нормально. Так же честно? Я вас не останавливаю. Я понял, ну вот старший блокпоста остановил. Он... Я даже нарушение не видел, ему не зафиксировал. Никто не видел нарушения. На каком основании буду составлять административный? Со слов старшего блокпоста. Это бред, да? База, это не является доказательной базой. Нет. Ну идемте уже, ну что бегаем? Дайте ему распоряжение уже и все. Ну куда вы побежали? Как людей, блин, здесь парафинить, останавливать, так все бравые. Как меня остановили, никто не хочет ничего составлять. Что же за жизнь такая? Ребят, давайте, админ протокол и все. Привет. Нормально, строим. Ну что? А что протокол не составляет? За нарушение. Не нарушал. Ну что? Протокол нарисует он? Я инспектор ГАИ. Александр. Вы не инспектор ГАИ. Вы меня остановили. Сказали, что я нарушил. Что вы дадите распоряжение инспектору ГАИ, он составит административный я протокол. Я вам не говорил только, Александр. Ну я как? Сказал, ну... есть инспектор. Вы за что остановили-то меня, можете сказать? Вы сами видали, на знак пролетели. Я пролетел на знак. Вы я не признаете. Я не говорю, что я признаю. Я говорю, что если это нарушение, давайте оформим это. Можем оформить или нет? Вот есть. Как мне его заставить? Вы можете как старший блокпоста повлиять на него? Сам. Ну да или нет? Ну вы спиной с людьми разговариваете, это некрасиво. Потом будете смотреть себя на видео, стоите спиной, общаетесь.
Вы, как старший блокпоста, дайте четкое, конкретное вказівку, как то кажуть украинской мовой. Инспектору ГАИ составить на нарушителя дорожного движения административный протокол. Ну, вы же спровоцировали. Ну, что значит не спровоцировали? Правила дорожного движения. Послушайте, Александр, нарушение правила дорожного движения не является провокацией. Это всего-навсего нарушение правил дорожного движения. Выключите камеру, я вам скажу, из-за чего здесь стоим. Я знаю, за чего вы стоите, вы бабки собираете здесь. Здесь. Машин, которые проезжают. Что, я не знаю, что вы тут стоите. Вот, ну что. Давайте сейчас не о том. Вы тут стоите, значит, на то есть смысл. Не мне в этом разбираться. Я поставил руководство, я здесь стою. Я понял. Вы можете сейчас по конкретному случаю разобраться. Выключите камеру, и все. Не надо провоцировать. Я не провоцирую. Ребята, смотрите, я вообще никакого скандала не делаю. Не провоцирую. Просто прошу. Почему вы не могли остановиться на знак стоп? А почему вы не можете административный протокол написать? Я не могу понять. Как его заставить? Что с ним сделать? Вы можете? Он сказал, что иначе не увидел, значит все. Так вы же видели. Вы видели? Вы старший блокпоста. Вы старший блокпоста. Вы же видели? Не, а устное не бывает, так не делается устное замечание. Такого нет даже в кодексе устного замечания. Давайте четко напишем административный протокол. Ну, мне придется писать на вас заявление о беспричинной остановке. Зачем? Лучше же вы на меня, чем я на вас. Я вас не остановлю. Ну что делаем? Нам сказали, мы же делали устное. Едем в райотдел, пишем на вас заявление. А ну вот это надо, Александр, было. Александр, ну вам же сказали, вам сделали устное предупреждение. Такого нет в админкодексе вообще. Нету такого в админкодексе вообще. Это бред. Вы как старший блокпоста должны... Мы ради уважения к вам. Да не надо мне уважения, ребята. Не надо делать никому поблажки. Нету здесь... У нас... Вы же знаете события, какие прошли на Украине. У нас нет больше блатных. Нет у нас тяжелое слово. У нас есть обычные все люди. Все равны. Остановите здесь Авакова или кого-то, пишите на него административный протокол. Остановите здесь Косенко, Куницкого, неважно. Административный протокол. Есть нарушение, есть протокол. Все. Нету ни взяток, нет ничего. Есть четко. Нарушил, наказали. Нарушил, наказали. Как что значит вы мне ради уважения? Это бред. Я вас после такого не могу уважать, если вы отпускаете нарушителей. Как мне добиться того, чтобы вы выполнили свои законные действия? Вот есть инспектор ГАИ, Александр. Что, вас помучат? Ну что за бред? А что нас мучить? Ладно, давайте тогда вы представьтесь, я на обоих на вас напишу за бездеятельность заявление по приезду домой, и все, на этом ограничимся. Как вас зовут? Я понял, значок. Да вы так скажите, я вам верю. Я верю. Протасов. Протасов? Да. Вы относитесь к области у нас, да? Вы к Мелитополю относитесь. Я понял. Ну плохо, ребят, плохо, честно. Я скоро буду ехать обратно, вы давайте, подготовьтесь.